Здравствуйте! Вы со мной на самом популярном канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интересной информации из сети. Холодное время года – лучший период, чтобы надеть свитера, ведь они самая востребованная часть осеннего и зимнего гардероба. Моделей и фасонов свитеров просто несметное количество, и с приходом нового сезона каждая представительница прекрасного пола наверняка покупает хотя бы один новый экземпляр, а то и больше. А куда в таком случае девать старые джемперы, свитшоты, пуловеры, кардиганы и кофты? Если при просмотре гардероба у тебя собрались внушительная куча ненужных вещей, не спеши ее выбрасывать или раздаривать. А лучше займись творческой переделкой. Ты даже не представляешь, какие стильные обновки можно смастерить из старых свитеров. Итак, мы подготовили для тебя несколько идей, как превратить старый свитер в супермодную обновку. Даже Dior бы позавидовал. Итак, первое. Такую шнуровку можно сделать в любом месте, сбоку, на спине или в зоне декольте. Это стильный элемент, всегда в моде и внесет в образ спортивную нотку. Второе. Я просто в восторге от этих женственных бантиков. Третье. А вот так можно видоизменить свитер при помощи страза. Для этого нужно пришить красивую блестящую мелочь на плечи и вырез горловины. Четвертое. Используя только ножницы, можно сделать красивый разрез на спине. Стильно и оригинально. Не правда ли? Пятое. Скучный джемпер, обшитый яркими пайетками, точно обратит на себя внимание. Шестое. Тем, кто обожает фильмы о Диком Западе, предлагаем пришить кисточки от занавесок к простому черному свитшоту. В таком наряде ты точно не останешься незамеченной. Седьмое. А как тебе такая переделка? На мой взгляд, просто находка. Всегда обожал такую вышивку и камни. Восьмое. Вот так небольшой кусочек фатина может превратить офисный классический пуловер в оригинальный и броский наряд. Пожалуй, возьмите себе на заметку и эту идею. Девятое. Тоже отличная идея — соединить два свитера. Главное, убедитесь, что цвета сочетаются друг с другом. Десятое. А это очень нежный и теплый вариант, который объединяет в себе свитер и байковую рубашку. Одиннадцатое. Также при помощи стразов можно сделать вот такую имитацию колье. Вот видите, как несколько декоративных элементов способны превратить старый, но при этом очень любимый свитер в стильную, элегантную вещицу. Экспериментируйте, фантазируйте и удивляйте. На этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И, конечно же, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Всего вам самого хорошего. Услышимся.